Дачные рейсы. В Запорожье начали курсировать льготные автобусные маршруты, которые будут доставлять жителей к их садово-огородным участкам от речного порта. Дачный сезон открыт. Вместе с ним стартовали и автобусные перевозки пассажиров льготных категорий. Сегодня начинаются перевозки на дачные участки жителей города коммунальным предприятием «Запорожье Электротранс». Это будет производиться автобусным транспортом, вывозиться. Автобусным транспортом мы начали в связи с тем, что жители города обращались неоднократно. Городской властью принято решение о том, что начнем перевозить автобусным транспортом 2 недели раньше. Рейсы курсируют к дачным поселкам от остановки речной порт. На маршрутах 2 автобуса вместимостью по 100 человек, которые совершают поездки 2 раза в неделю, 3жды в день по разным направлениям. Время отправления из Запорожья в 6:40, 10 часов, а также вечером. На даче едут в основном люди пенсионного возраста, которые являются льготной категорией граждан и имеют возможность бесплатно добраться по льготе, добраться до своих дачных участков. Льготные автобусные маршруты будут действовать до конца дачного сезона, то есть до конца октября, начала ноября. А навигация и, соответственно, перевозка дачников на катерах начнутся с 24 апреля.